Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт для девушки. Часть крема окрасим в желтый цвет. Сам торт белый бисквитный. В прослойке заварной масляный крем с персиком. Размер его 24 на 7 сантиметров. Ссылку на все видеорецепты оставлю в описании под роликом. Украшаем белково-заварным кремом. Выравнивать нужно только верх торта. Бока украсим паутинкой. Друзья, хочу порекомендовать вам интернет-магазин «Любимый Василек». В этом магазине огромный выбор постельного белья, женской, мужской и детской одежды, а также постельные принадлежности, шторы, игрушки и многое другое. В этот раз я заказала одеяло «Бамбуковая роща», теплая двухспалка, размер 172 на 205 сантиметров. Плотность его 400 грамм на квадратный метр. Стоит оно 1100 рублей. Двухспальный комплект постельного белья. Пришло оно вот в такой сумочке. Это приятное дополнение. Ткань сатин. Называется «Кэнди». Стоит такой комплект 2200 рублей. Вот такой двухспальный комплект. Ткань сатин. Называется «Тропический микс». Стоит он также 2200 рублей. Эта ткань очень приятная на ощупь. Качество у постельного белья, как всегда, на высоте. Также я заказала покрывало «Гобелен». Заказывала я их на угловой диван и кресло. Размеры покрывала 150 на 145 сантиметров и 220 на 145 сантиметров. Стоят они 580 рублей и 700 рублей. Мне очень понравились эти покрывала. Я с большим удовольствием постелила их на свой мягкий уголок. Полотенце махровое «Туркменистан». Размер 70 на 140 сантиметров. Стоит такое полотенце 370 рублей. Цены в «Любимом Васильке» очень доступные, а качество просто на высоте. Заказываю я не в первый раз и могу смело порекомендовать этот интернет-магазин. Ссылку на интернет-магазин «Любимый Василек», а также на все социальные сети оставлю в описании под роликом. Подписывайтесь на социальные сети «Любимого Василька». Там часто проходят розыгрыши денежных призов. Алюминиевой фольгой сделаем оттиски вот такой формы. Заполняем паутинкой пространство до оттисков. Белым кремом, насадкой «Малая открытая звезда», обведем их.
Теперь нужно сделать контуры в форме квадрата. Я это сделала с помощью шпателя. Часть крема окрасим в коричневый цвет. Прямой насадкой с зубчиками сделаем полоски, обведем квадрат. Насадкой роза сделаем розы. На гвоздик наносим основание из крема и делаем цветок. Окрасим сухими красителями с распылителем. Отсаживаем. Насадкой «Малая улыбка» сделаем ромашки. Внутри цветка поставим желтую сердцевину. Насадкой роза сделаем пятилистники. Темно-зеленым кремом, мешком с тонким отверстием, сделаем веточки. Часть крема окрасим в нежно-розовый цвет. Я добавила сухой краситель, потому что другой розовый краситель, который у меня есть, окрасит крем в другой оттенок розового. А я хотела получить именно такой розовый. Насадкой «Малая роза» на конце некоторых веточек посадим бутончики. Также нежно-розовым цветом, мешком с тонким отверстием, сделаем цветочки лаванды. Дополнительно насадкой «Малая роза» сделаем вот такие маленькие цветочки. Отсадим в некоторых местах еще веточки. Дополняем композицию по своему усмотрению.
Насадкой листик темно-зеленым кремом. Отсаживаем листья. Внизу торта сделаем бордюр малой открытой звездой. Торт получился 3 килограмма. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Осталась примерно 1/5 часть. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!